городском округе работает более 3500 камер видеонаблюдения. Они подключены к системе «Безопасный регион». Благодаря этому сотрудники правоохранительных органов могут в режиме реального времени контролировать правопорядок в Химках. Система постоянно развивается. Чтобы рассказать о перспективах установки уличного видеонаблюдения, заместитель главы городского округа Александр Цуканов провел встречу с жителями Химок. И мы будем в этом году устанавливать 1800 видеокамер, которые также будут подключаться к системе «Безопасный регион». Это и подъездные камеры, это и камеры, которые будут на улице, и детские площадки, и все остальное. Поэтому конкретно в микрорайоне Подрезка будет установлено порядка где-то 300 камер. Камеры будут работать 24 часа в сутки, а все записи хранятся в течение месяца. За прошлый год при помощи системы «Безопасный регион» было раскрыто более 600 правонарушений.